Во Владимирской области выявили 17 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было на 3 меньше. Последний раз 17 случаев выявляли почти месяц назад, 16 июня. В больницы попали 6 человек, накануне было 4 госпитализации. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 152 332. В лидерах по заражениям город Владимир, 7 заболевших за сутки. 4 новых случая выявили в Гусь-Хрустальном, по одному зараженному в Коврове, Александрове, Суздале, Собинке, Киржаче и Радужном. За сутки в регионе не зафиксировано летальных случаев от коронавируса. Общее количество погибших за все время пандемии – 3488. Число выздоровевших за сутки – 10. Всего болезнь победили 148 580 жителей области.